Всем привет! Сегодня мы будем рисовать единорожков и еще много чего интересного. В общем, смотрите, подписывайтесь. Ну что, начнем? Это идеи также для личного дневника подойдут. Сначала мы рисуем вот здесь вот в углу такое вот мороженка. Здесь рядом также мы будем рисовать единорожку. Рисуем ему ушки. Единорог и крючоку. Здесь мы ему рисуем глаза. И ротик рисую. Здесь у него будут такие лапки. Такой вот единорог у нас получил. Здесь мы рисуем звезду. И рядом рисуем мороженка. Такое у нас мороженка будет. Такой леденец на палочке в виде звезды рисую. Здесь также мы рисуем то же самое. Звезду на палочке. Здесь рисуем глазки. Единорожки. И ротик. Такая у нас единорожка. И здесь будем рисовать мой пончик. Такой вот у нас пончик. Здесь будет звезда. А здесь мы нарисуем вот такую вот радугу. Какая у нас радуга будет? Далее мы будем рисовать вот здесь вот еще одного единорожка, только уже чуть-чуть побольше. Рисуем ему ушки, прическу, это единорог рисуем. Здесь тоже так же рисую. Вот. И челку ему рисую. Такая у него вот челка будет.
Глазки ему рисую. И еще один. И ротик рисую. Такой у него ротик получился. Лапки. И прическу ему делаю. Такие у него волосы получаются. И здесь также. Такой, в общем, единорожек получился. Далее рисуем опять пончик. Есть такое сердечко. Здесь мы опять рисуем радугу. Так она у нас идет. И здесь мы будем рисовать также звездочку. Такую вот. И опять рисуем единорожку. И глазки ему рисую. Такие у него глазки получаются. Ротики ему рисуем и лапки, передние и задние, такие лапочки у него получаются. Далее рядом рисуем вот такого вот мороженка, оно перевернуто снизу получается. И звездочку рядом. Здесь мы будем рисовать опять единорожку. Thank you.
рукой ему рисую. Или на рожке такая вот щелка была. Но вот так идет. Глазки ему рисую. Далее лапки вот такие. И здесь лапку рисую. Так. Сейчас нарисуем такую гриву. Потом мы ее будем разукрашивать. Она у нас будет яркая такая. И здесь мы ему еще должны нарисовать вот такой вот хвостик. Здесь у нас такое мороженка будет. На палочке. Здесь мы рисуем. И еще здесь рисуем также и на рожку. Не на руки не рисую, а ушки такие у него. И такую вот челку. Такая у него челка будет. Глазки ему рисуем. И еще один. И ротик. Далее лапки ему рисуем. Такие у него лапки. И еще мы не нарисовали. Здесь мороженка. Рисуем. Такое у нас будет мороженка. Здесь рисуем тоже мороженку. Оно будет вниз опущено. И глазки тут рисуем. И тут глаз. Тоже глазки рисуем. И ротик вот такой у нас будет. Есть еще хвостик мы нарисовали.
Какой у нас хвостик? Продолжим разукрашивать, который рисунок мы нарисовали, единорожков. Сейчас я буду разукрашивать мороженка. Мороженка у меня будет вот такого вот голубого цвета. Я его полностью не буду разукрашивать. Так вот сделаем. Сейчас мы будем разукрашивать единорожку. Сначала мы ему разукрасим вот такой вот рог. Ребята, желтым. Знаете что? Я вам скажу. У меня сегодня день рождения. Ну что, начнем разукрашивать единорога. Так, фиолетовым цветом будем красить. В общем, я уже разукрасила. Вот такие у меня единорожки получились. Мороженка также тут. В общем, такой вот рисунок у меня получился с единорожками.